вы просто будете в шоке, потому что прямо сегодня вы узнаете, что добавят в новом обновлении 0.16.0 и когда оно выйдет. Приятного просмотра. Ну а перед началом данного ролика я хотел бы вам разыграть АКР Некромансер Стэтрек. Чтобы получить, тебе надо, первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, посмотреть видео без перемоток, это очень важно. И третье, напишите в комментариях ваше ID и любой хороший комментарий. Ну что же, а мы идем дальше. Как обычно, залетаем на G-стендов и крутим барабан бонусов. Также по моему промокоду вы получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Пополняешь просто баланс и получаешь подарки. Первые 3 скина вы получаете бесплатно при пополнении в 300 рублей. Также, ребята, есть очень крутые конкурсы на ножи, на голду и так далее в группе ВК. Все нужные ссылочки есть в описании. Также при пополнении вводи мой промокод и получай 35% пополнения обратно. Здарова всем, ребята, Кент пока на проводе. И прямо сегодня мы с вами поговорим про обновление 0.16.0. Я не буду говорить никаких концептов, я буду говорить только по факту всю информацию, которую я знаю, от разработчиков, от проверенных источников и так далее. Так что, ребята, прямо сейчас присаживайся поудобнее, а мы начинаем. Правильно будет сказать то, что обновление выйдет только тогда и только тогда, когда новогодний пас выйдет на рынок. А выйдет ли он на рынок вообще, вы скажете, да? Конечно же выйдет, ребята. Внимательно почитайте переписку с официальной группой стендоффа. Тут четко и ясно написано то, что коллекция выйдет, но неизвестно когда. Но это очень предсказуемо, то, что новая коллекция выйдет перед обновлением. Поэтому перед обновлением мы ждем выход новой коллекции на рынок. А когда же выйдет новая коллекция, я, ребят, думаю, в ближайшее время. Потому что пас закончился почти один месяц назад. Поэтому, ребята, в ближайшее время ждем выход новых скинов на рынок. И, ребята, не стоит забывать то, что с выходом новой коллекции каждый из нас получит награду в зависимости от его ранга. То есть... если я, например, элита, то я получу одну из самых крутых наград. Ну а если вы легенда, мало ли у меня есть такие подписчики, то вы получите вот эту вот крутую аркану брелок. Ля, я фрик. Это что, все время было видно софтбокс? Ну что же, а для того, чтобы узнать, что же разработчики планируют добавить в этом обновлении, нам необходимо перейти в их официальную группу. Тут написано планы на 2020 год. И то, что они не успели выполнить в прошлом году, они все это перенесли на этот год. Ну что же, ребята, давайте вместе с вами смотреть. Первое, что я вижу, это масштабное обновление анимации третьего лица. К сожалению, сейчас нормальной анимации третьего лица просто-напросто нету. И я очень надеюсь, что добавят, и она будет так же сама, как в КС-ке. Это было бы очень круто. Дальше у нас... у нас идут карты. Я, ну, ребят, ни для кого не секрет, то, что разработчики каждый раз меняют по новой карте. Ну как, нет, они обновляют старые карты. И сейчас на очереди карта Синстоун. И я очень жду, и я очень надеюсь, что ее тоже изменят, она будет гораздо круче и гораздо лучше. Развитие кланов, ребят, ну, в принципе, это уже было. А вот теперь самое-самое главное. Переход на клиент-сервер. Вот тут, ребят, внимательно меня послушайте, потому что если разработчики все-таки перейдут на клиент-сервер, это значит минус щиты, минус пинг и минус все остальные проблемы. Ребят, это было бы очень круто, если бы разработчики добавили клиент-сервер, потому что мы все это ждем уже несколько лет. Разработчики из года в год нам обещают и обещают. Надеюсь, что в 2021 году они все-таки его смогут добавить. Я так подумал, чтобы вам было интереснее смотреть, ребятки, я перемещусь командный бой и буду вам тут уже рассказывать, что и как. Дальше у нас по списку идет мастерская. Разработчики написали то, что в прошлом году они были заняты соревновательным режимом, и поэтому у них просто не было сил и времени на кастомные карты. Что же это означает? Это означает то, что каждый из вас, из нас может сделать свою карту или свой скин и добавить его в игру. Это, ребят, было бы очень круто. Конечно же, это плагиат из КС-ки, но тем не менее мастерская, это было бы очень балдежно. Особенно в плане контента. Возможно, были бы какие-то карты на прохождение, какие-то карты на паркур, куча разных режимов. Это очень сильно разнообразило бы контент стендоффа. Дальше мы поговорим про новые гранаты и трейды. Касаемо новых гранат, как я понял, разработчики в ближайшее время не планируют добавлять гранаты. Ну а теперь касаемо трейдов. К сожалению, хоть многие из вас и хотели трейды, но трейдов, скорее всего, не будет, потому что многих из вас обманывают. Если добавят трейды, то разработчики думают, что кидало будет еще больше. Хотя я такого мнения, что если тебя обманули, неважно как, неважно где, тебя еще раз обманут и еще раз обманут. А если у тебя есть мозги, то тебя никто никогда не сможет обмануть, и никакие трейды этому не будут помехи. Тем более, просто представьте ситуацию, то, что вы хотите передать нож вашему другу. Вы зашли на рынок, начинаете продавать нож за 0.03, и именно в этот момент кто-то перебивает запрос вашего друга, и вы продаете нож за 0.03 не тому человеку. Поэтому, ребята, я считаю, что трейды должны быть, и если вы с вами согласны, хэштег добавьте трейды. Ну а прямо сейчас мы, ребята, вместе с вами посчитаем, когда же будет третий сезон.
Первый сезон у нас стартовал в конце июня, то есть прошел июль, август, сентябрь, октябрь, 4 месяца. Следующий сезон, получается, будет, когда пройдет ноябрь, декабрь, январь, февраль. То есть, в конце февраля, по логике вещей, должен быть третий сезон, потому что сезоны раз в 4 месяца. Если я правильно посчитал, а я правильно посчитал, то обновление должно быть очень-очень скоро. Так что, ребята, хэштег ждем третий сезон. Ну а теперь самое интересное, это новый кейс, новый нож и так далее. Что же это, как это и с чем его едят? Ребята, переходим в магазин. Тут раньше у нас был Origin Case, его убрали. Следующим после Origin Case, по логике вещей, у нас идет Furious Case. Поэтому, скорее всего, данный Furious Case уберут. Поэтому, ребята, мой вам совет, закупайте. Просто купите себе штук 10, чтобы освежало. И на всякий случай, мало ли, они потом будут стоить тоже по 1000 голды, как и Origin Case. Так, ребята, давайте прямо сейчас один откроем. Я хочу посмотреть, что же мне выпадет. А вдруг керамбит? Эх, блин, выпала легендарка, но ничего страшного. И, ребята, следовательно, если уберут Furious Case, то наши с вами керамбитики тоже очень сильно вырастут в цене. На данный момент самый дорогой нож — это M9 Bayonet Dragonglass. И он дорогой только за счет того, то, что это Origin коллекция. И Origin коллекции уже больше нет. Ее можно купить только на рынке. Ну а следующие у нас идут. Вот смотрите, вот идет дальше еще один M9 Bayonet Universe. Дальше у нас идут ножи бабочки. Ну а после ножей бабочек у нас уже начинают идти керамбиты. Керамбит Клоу, керамбит Dragonglass и керамбит Universe. Так что, ребята, вполне вероятно то, что эти керамбиты будут дороже в 2, а то и в 3 раза. Поэтому я на всякий случай себе купил 5 штук, я не жалею. И как только Furious Case удалят, то Кента пока будет богатым папочкой. И, конечно же, ребята, прямо сейчас нам дам большую подсказку, потому что спешить не надо, спешить однозначно не надо, потому что у разработчиков есть очень хорошая традиция. Перед обновлением выпускать трейлер для того, чтобы поднять небольшой ажиотаж. Но, ребята, вначале мы ждем трейлер про обновление, а только потом уже спешим закупать кейсы и закупать ножи-керамбиты. Кстати, ребята, еще один очень интересный факт касаемо обмена. Я только что в официальной группе нашел вот этот вот скриншот. Значит, они уже начали делать обмен, но потом в последний момент передумали. Поэтому, ребята, я обращаюсь прямо сейчас к разработчикам. Если вы меня смотрите, пожалуйста, добавьте обмен. Тех людей, которые кидали, их кидали и будут кидать. Неважно что, неважно как. Хоть вы вообще аккаунты удалите, их все равно будут кидать. Нормальные люди хотят обмениваться вместе с своими друзьями. Тем более у вас уже разработан концепт этого самого обменника. Так что, ребята, я очень надеюсь, что вы добавите обменник. Если ты, да-да-да, именно ты ждешь обновления, прямо в эту секунду подписывайся на мой канал, ставь лайк и пиши хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, хэштег ждем обновления, всем удачи. Всех жду в моем инстаграме, потому что там халявная прокачка. Всем удачи, всем пока.